Ядрить колотить, а? Несу я домой подарки, иду такой с хорошим настроением. Сейчас вот этот подарю Катюхе фиолетовой, вот этот голубенький подарю Перчику. Там внутри реально подарочки. Катюха, извини, конечно, но не в этот раз. Не получается, вообще не получается. Почему, вы спросите? А потому что собака Перетиану. Вот что произошло. На меня под Новый год, накануне Нового года, навалилась просто очумительная туча злых подарков. Я, в принципе, даже не знаю, как мне от них сейчас отбиваться, потому что я сам не справлюсь. Сколько их здесь? Здесь их штук 30-40. Да какие 30? Даже больше, мне кажется. И два огромных босса. В каждой серии всегда было только по одному боссу. А сейчас их два. Но ничего страшного. Ничего страшного. То есть вы думаете то, что вы на меня можете просто так ополчиться в один момент? Хотя сегодня, честно вам всем скажу, не планировал записывать серию защиты дома, но раз такие дела... Пацаны! Идите сюда! Тут ганжурбасы какие-то по щекам отхватить хотят! Давайте, давайте, жду! Пацаны! Здоровесенькие были! Кто не знает, мои новые друганы 7 эльфов. И именно сегодня они будут помогать мне сражаться с этими злыми подарками. Потому что, как я вижу, они какие-то роботизированные. Внутри этих подарков настоящие злые роботы. Пацаны, девушки, мадмуазели, парни, мужики, разрешите представить. Кто до сих пор не понял, это я просто тизерю, спойлерю новую рубрику, которая выйдет буквально на днях на канале о Новом Годе, поэтому ожидай. Такие, знаешь, небольшие спойлерчики тебе покидал. Разрешите представить! 7 воинов, 7 доблестных рыцарей и я будем сражаться сегодня против вот этих злых подарков. Это то ли баба, то ли мужик, я не знаю, у нее как бы сережки, хоть у меня тоже сережки, но... Сейчас, подождите, дайте я включу источник эпилепсии. Опа, вот так. Все, наверное, соскучились по этой шапочке, я сам соскучился. Это то ли баба, то ли мужик, я не знаю, как его зовут, он будет сражаться сегодня с цветочком. Скорее всего, больше баба, но неважно. Это вообще странно. И он, короче, маминым оливье траванулся, ходит зеленый уже целый год. Я с ним недавно подружился, это все же эльф, поэтому, ну, что поделать, что поделать. Это небольшой отморозок такой, ну, типа, вы видите, у него всегда рот открыт, всегда слюнки текут. У него нормальное оружие, у него нож, а у этого морковка, да. Ну, заразился от одной подписчицы, с которой я записываю рубрику, он морковкой будет сегодня сражаться. У этого ножик, заточка, этот нормальный, хоть и отморозок. Этот Леголас, у него лук, у него стрелы, у него меткость на 100%. Любому засранцу между глаз засадит. Это у нас, ну, это бандюган, бандюган. Как вы видите, у него розочка, у него разбитая бутылка, он такой взял бутылку, фиганул об стол, разбил и сейчас всех резать будет. Ну, посмотрим, получится у него или нет. Это мамкин мажор. Я не знаю, честно, кто это, но дошли слухи, то, что это племянник Деда Мороза. Ну, вы, в принципе, сами можете заметить по его прикиду, у него гучи очки, у него алмазный меч, у него золотой щит. Ну, реально мажор. Он также будет сегодня сражаться за меня. Это, я его называю привет шипером. Ну, то есть вы видите то, что у него необычная окраска. Я не знаю, честно, как его взяли в ряды эльфов, если он больше на ряды ЛГБТ смахивает. Но он будет сражаться палкой. Я не знаю, честно, что он делает этой палкой вне серии, но не будем углубляться в подробности. Эти хорошие, здравые мужики, и эта баба, а то я до сих пор не знаю, мужик это или нет, подготовили мне... хорошечные такие припасы, с помощью которых я могу защититься от этих злых подарков. Крафтим лопату, Катеридзе. Свои подарки ожидаю в следующей серии. А мы прямо сейчас потопали и будем... Перчик, если что, ты финальная, последняя линия обороны. Если эти дебилы не справятся, ты знаешь, что нужно делать. Вот, Перчик, с Новым годом тебя, с наступающим. Псина, опять я случайно тебя ударил. Я же хотел погладить. Да отстань ты от меня, контуженный. Прямо сейчас мы с вами будем вырывать много всяких ловушек. Первая линия обороны, это, как обычно, у нас будет огонь. Они пробегают через огонь, они поджигаются. Самое главное, чтобы они не умерли от огня, потому что если я позволю этому случиться, я прокакакукукакурундию все монетки, которые с них выпадают. Если кто-то до сих пор не знает, если кто-то до сих пор почему-то не смотрел предыдущую серию и не знает правила этой рубрики, не знает то, что с каждого монстра выпадают золотые монеты,
Прямо сейчас надо мной будет подсказочка. Нажми и посмотри. В предыдущей серии я не помню, с кем мы сражались, честно. Я уже даже забыл. Давай сделаем так. Помоги мне, пожалуйста. Прямо сейчас нажимай на подсказочку. Переходи, смотри предыдущую серию. Запомни, с кем мы сражались вот на этой серии. Приди обратно на эту и напиши в комментах. А то я на самом деле действительно просто уже не помню. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. А пока я расставляю вот эту всю колымагу, что я еще хочу тебя попросить? Точнее, что я хочу тебе пожелать? С Новым годом! С новым счастьем всех! Сейчас я давайте подожгу вот это. Первая линия обороны, они будут здесь пробегать, они будут поджигать себе одно место. И тратить хотя бы, ну, я надеюсь, 5-10-15% своего здоровья. После этого у меня есть 20 шипов. Давайте шипы я поставлю вот сюда. Мне кажется, на шипы они тоже будут частенько натыкаться, поэтому шипы пускай будут вот здесь. У меня еще осталось 12, поэтому я практически всю линию обороны сейчас смогу ими заполнить. Вот сюда. Ну, вот тут, конечно, не хватило, но да ладно. У меня есть 2 ведра лавы, которые я, скорее всего, не буду использовать. И давайте я еще сделаю вот такушечки, чтобы они топали сюда. Так, давайте, да, я сделаю вот так. Вот сюда поставил вот эти шипы, если что, чтобы они оббегали вот это и натыкались на обычные шипы. Вот так вот. Опа, вот так. И у меня еще осталось сколько? Еще 9. Нормасики, нормасики. Сюда, давайте. Да, алло, сюда, сюда и сюда. Все, мне не нужна больше никакая оборона, потому что мои доблестные воины, мои доблестные друзья помогут мне сразиться с этими подарками. Ночь уже на подходе, а кто не знает, монстры оживают только ночью. Вы готовы? Отряд дебилов! Я просто не знаю, как вас по-другому еще назвать. Баба-пацан, отравленный маминой оливьешкой. Зомби! Отморозок и Зенин не запомнил. Леголас! Мажор! Не, мажор вот здесь. Бандюган и... Привет шиперам, я его так называю, кто не помнит. И перчик, конечно же. И Кахеридзе дома борщик варит. Мы начинаем. А ты... Если хочешь видеть больше серий на моем канале, если хочешь не пропускать видосики на моем канале, если хочешь каждый раз получать уведомления на телефон и на комп в ту же секунду, когда я выпускаю ролики и запускаю стрим, подпишись прямо сейчас на канал и нажми на колокольчик. Зачем? А затем, если ты это сделаешь, то Дед Мороз не подарит тебе на Новый год кожаный ремень. Вот. Поэтому лучше подпишись. Вы готовы? Раз! А, подождите, я не готов, я забыл патроны купить. Извините, я сейчас приду. Рядовой Петрович, патрончики, пожалуйста, подгоните. Раз, два, вот три, вот так, все, прекрасно. Слушайте, да у тебя вообще дешевые патроны. Прекрасно, можно будет закупаться как можно чаще. Все, 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 извините, извините, мои доблестные воины, извините, пожалуйста, я опять в строю. Все готовы? Ну, значит, стойте здесь, я их сейчас заманю. Фух, это будет сложно. У меня есть лук, у меня есть сюда автомат. Лук сюда, меч, конечно, сломанный, но ничего страшного. Слышите вы? Да, подождите, я бегу, подождите, сейчас просто не хочу себе одно место поджечь. Вот так. Слышите вы? Давайте, 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 миленькие, давайте, давайте, поджигайтесь, поджигайтесь. Пацаны, в атаку! Не стойте, дебилы, перчик, хотя бы ты помогай, что за идиоты, почему... Алло, давай, давай, наконец-то напали, стоят, ничего не делают. А, в принципе, вы можете сами сражаться, я здесь постою. Деби... В эту сторону, баба, мужик и отморозок, сюда! Леголас, стреляй хотя бы, о, монетки, монетки, монетки. Только не смейте убивать. Привет, шиперам, давай сражайся, сейчас я тебя поддержу. Да, перчик уже почти ритнулся, привет, шиперам, спасай давай. Сейчас по одному, по одному, по одному, по одному, по одному, по одному. Я свой шлем надел, я свой шлем не надел, вот я дебил. Сейчас, оп, 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 сейчас, подожди, подожди, стой, 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 подожди, подожди, ты, я говорю, подожди, у меня патроны закончились. Все, вот, поднял, нормально, стреляем в этого огромного дебила, стреляйте, 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 только не сжигайте ни монеты, алло, Леголас, пуляй давай, все нормально, о, тортик выпал, тортик, нормально, тортик пригодится, давай, 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 мажор, ты здесь самый сильный, ой, подождите, вы что, дебилы, здесь делаете, а ну давайте, сбежали с поля боя. Давайте за мной, за мной, за мной, за мной. Я вас сейчас приведу. Давайте. Ой, не-не-не, я подумал, то, что я смогу его убить, но он слишком какой-то сильный оказался. Давайте сначала хотя бы одного огромного завалим. Да бейте, перчик! Они что, перчика убили? Ёп, РСТ, сколько же вас много. Они привет шипером убили. Ядрить, колотить, пацаны, давайте помогайте. Отравленный мамина или... Опа, граната выпала, нормально. Ща, дайте я убить. Да, да вы подождите, да под... Ёханы, бабай, да под... Патроны закончились. Вы знаете, что такое, когда патроны кончаются? Вот значит, что такое. Вот, все. Минус, минус все. Патроны есть.
Монетки поднял, можно отсюда валить. Как у вас там дела, пацаны? А чё вы... А чё, вы всех раскидали, слушайте? Отравленный Оливье, что здесь случилось, не могу понять. Я вижу то, что здесь у вас валяется много всяких... Подарочек какой-то выпал! Однако, хорошо, хорошо, хорошо. Я рад, я рад, я рад. Опа, еще золотые монеты. Подождите, я ничего не понял. Вы всех раскидали? Отравленный Оливье, иди сюда. Ты видишь то, что еще не все, еще не все. Пацаны, пацаны, сюда по одному. Да. Да, ёханый бабай, что же вы такие живучие? Пацаны! Ладно, сейчас приведу туда монеточки мне. И ты тоже. Топай, топай, топай. Отравленный Оливье, помогай. Сейчас, подожди, я монетку подберу. Я сказал монетку. Да-да, я монетку подберу. Да монетку, да ёханый. Да ядрить, колотить. Ой, у меня полный инвентарь, ничего. Сейчас, значит, выкину косточки для перчика, подниму вот эту монетку. Опа, это мое. Все, давайте, пацаны, потопали, потопали, потопали. Сюда, 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 сюда. И ты, да что ты там стоишь, а? Давай за мной. Потопал, давай быстренько. Сейчас я вас приведу к моим пацанам. Идите сюда, вот какие молодцы. Пацаны, в атаку! Баба-мужик! Николас! Слушайте, всех раскидали просто. Давайте еще вот этого, давай. Давай, 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 мажор, 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 мажор. А, да, и все, что у него было, все сгорело, да, как я понимаю? Пацаны, на место возвращайтесь, давайте, алло. Не надо сгорать там. Сейчас я выкину то, что мне сейчас не нужно. Опа, вот так, опа, вот так. Дать, ой, я чуть не умер из-за вас, конечно. Все, давайте возвращайтесь. Алло, мажор, алло, бандит. В ту сторону. А, мажор сдох. Бандит, тебе тоже как бы сейчас не поздравляю. Ладно. Все на тортик! Все заслужили! Хорошая бойня была, мне понравилось. Но что самое главное, с них много всего навыпадало. Я вижу, прям действительно очень много всего навыпадало. Половину своего инвентаря я прямо сейчас, конечно, могу выбросить, потому что здесь 0 патронов, 0 патронов, 0 патронов. Здесь нет патронов, там нет патронов, всякие луки. А я вот на самом деле не знаю, поднял ли я все, что с них выпало. Почему-то мне кажется нет, поэтому давайте я еще быстренько сейчас пробегусь. Опа, вот да, кстати, вот еще одна золотая монета. Нужно все пособирать. Опа, там бандюган. Ну лучше я рыпаться туда не буду на него. Я рыпаться не буду, на эти дебилы сами на меня зарыпались. Да отстаньте вы, а пожалуйста. У меня здесь Новый год проходит, отстаньте. Пацаны, налетаем на тортик. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ. Пацаны, в бой, защитите меня. Алло, ты не трогай мажора. О, один дебил другого убил, ладно. Не трогай. Оп, все, вот так. Вот так с вами надо, вот так. А вы что за меня не заступаете? Сейчас я тогда сам тортик захаваю. Ой, ну что, доблестные мои воины? А, подождите, а что здесь с него выпало? Бронежилет! Так, подождите, еще раз. Еще раз. Где? Я выгляжу как настоящий спецназовец. Все, мне нравится. Тортик мой, никто мне не помог убить бандитов. Я здесь присяду и здесь закончу. Перчик, Катеридзе, перчику Катеридзе. Я в следующей уже серии подарю вот эти подарки, потому что серия уже долго длится. А тебе я скажу огромнейшее спасибо. Если хочешь видеть новую серию защиты дома, дай мне знать, напиши в комментах и поставь лайкусик. Набираем хотя бы 20-25 тысяч лайков, обещаю, сразу выйдет новая серия. Не забудь подписаться на канал, если, конечно, не хочешь получить люлей Деда Мороза на Новый год. Я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем до новой серии.